Прежде всего, моему гуру Пада Падме, Нитилила Правишта Ом Вишну Пада Аштатрашата, Шри Шримат Бхакти Шри Рупи, Сиддханте Госвами Махараджу. Я предлагаю бесконечно за штангу Тандават Пранама, склоняясь к его лотосным стопам. Также моему Шикши Гуру Пада Падме, Нитилила Правишта Ом Вишну Пада Аштатрашата, Шри Шримат Бхакти Веданте, Шри Нарайни Госвами Махараджу. Я предлагаю свои Шрадха Пушпанджали, возлагая их к его лотосным стопам. Также я прошу всех вайшнавов и вайшнави принять мои поклоны. Хари Кришна. С сегодняшнего дня, не знаю, сколько я здесь буду, но с сегодняшнего дня по вечерам мы постараемся слушать о Чайтанье Махапрабху. Например, из Чайтанья Бхагавата. В Джаганнатхапуре я уже обсуждал эти темы. Здесь мы тоже обсудим немного о Махапрабху. Шри Чайтанья Махапрабху — это тот, о ком нам стоит знать. Почему? Потому что в нашей сампрадае мы поклоняемся Махапрабху, он наш Ишта, поклоняемое божество. Мы совершаем пуджу ему. Кто такой Махапрабху? Это сам Кришна. Некоторые люди задаются вопросом, но ведь Сая Баба тоже Бхагаван? Или другие личности выдают себя за Господа? В Бенгале, например, вот как мы зерна сыпем горстями, также там и Бхагаван. Рама Кришна Бхагаван, такой Бхагаван, сякой Бхагаван. Столько самозванцев, которые выдают себя за Господа. Кто-то за Раму выдает себя. Возникает вопрос. Вот эти бхагаваны, так называемые, они такие же, как Махапрабху? То есть Махапрабху подобен им? И поэтому, чтобы дать должный ответ на такой вопрос, нам стоит знать, кто такой Махапрабху. Господь не приходит просто так. Например, если Моди или Великий Йог приедет сюда в Бароут, заранее будет объявлено об этом. В газетах будут сообщения о приезде такой личности, что великие йоги или моди приезжают. Для него подготовят сцену, разные предметы для приветствования. Даже если для обычного премьер-министра прикладывается столько усилий, совершается столько приготовлений, что уж говорить о том, когда владыка бесконечного количества мирозданий нисходит в этот мир, разве его не будут встречать и готовиться к его приходу, говорить об этом? Конечно, будут. Поэтому ранее, до прихода Махапрабху, в шастрах уже предсказано, в Пуранах, Упанишадах, что Махапрабху явится в этот мир. Вриндаван Дас Такур — это кто? Вьяса Нараяна Сваям, сам Нараяна, Шакти Адвеша Аватара. Он ранее написал Писание. Кроме того, в Арисе мне показали писание Малика. В нем указано, что в Кали-йогу наступит день, когда даже без прикосновения друг к другу болезни будут распространяться. Люди будут бояться притрагиваться друг к другу. И также указано в этой Малике, что люди будут введены в заблуждение. Они не перестанут понимать, что делать, как не стоит поступать. В нашей Арисе я давал там лекции. Мне показали эту Малику, эту публикацию. Сказали, о, Махарадж, посмотрите. Ранее, сотни лет назад, садху, святые уже написали, что произойдет сейчас в Кали-йогу. Подобным образом, шастры предсказывают приход Господа еще до того, как Он сам не зайдет. Например, Калки Аватара еще не появлялась. Но говорится, Брахманы Вишу Сьясья, цитата. В Бхагаватам уже говорится, что в деревне Шамбала, Шамбала Грама Мухасья Брахманаси Мухатмана, в семье возвышенного Брахманова, явится Калки, Калки Прадур Павишети.
Анджана станет его матерью. Это уже написано. Будда Аватара также предсказано в Бхагаватам. Указано, когда, при каких обстоятельствах придет Будда Аватара. Все уже написано. Подобным образом, приход Махапрабху в Кали-йогу также предсказан, в том числе в Бхаган. В Бхагаватам в Сати-йогу произошел разговор. Нава-йогиндра спросил Нави-махарадж спросил девяти йогиндр, которые пришли к нему, о Господе. И нам стоит знать такие обсуждения, такие вопросы и ответы, чтобы не вводиться в заблуждение, не верить разным людям, которые выдают себя за Бхагавана. Итак, в Сатья-йогу Нами Махарадж обсудил с девятью йогиндрами Господа. Он спросил: «О, девять йогиндров, поведайте мне, кто является Господом в Кали-йогу, как ему поклоняться?» И тогда он услышал в ответ: «Кришна варнам твишам а Кришна». Цитата. В Кали-йогу Самедха, то есть очень разумные люди, что будут делать? Поклоняться Господу. А кто является Господом? Кришна варна твишам а Кришна. Кришна. Два слога всегда нисходят с уст Господа. Кришна Кешева Пахимам. Кришна, защити меня. Всегда Господь в Кали-йогу повторяет свои собственные имена Кришна. Какой цвет его тела? А Кришна. То есть А нет, Кришна темный, не темный. Что значит? Золотистый, светлый. Придет он один? Нет. Кришна разве приходит один? Нет, с ним приходят Даубая, Радарани, мать Ешода. Кришна не приходит один. Подобным образом Махапрабху пришел также со спутниками, со своими ангами, Адвайтачарьей и Нитянандой, Паршадами, то есть спутниками, такие как Шивас, Гададхара и его Шакти энергия, не зашла вместе с ним. Что же является его астрой оружием? Например, у Рамы лук, у Кришны Сударшина чакра. А какое оружие у Махапрабху? В Кали-йогу его оружие – это святое имя Харе Кришна Махамандра. Громче. Нава-йогиндр произнесли три шлоки о Махапрабху. Это одна из них. В других писаниях также говорится о приходе Махапрабху. Например, в Гаруда Пуране сказано: Калепра Тамасандья, цитата. В Гаруда Пуране, которое написано было ранее, уже предсказано Кали Пратхамасандья. В начале Кали-йогу придет Господь. Кали-йога сколько длится? Какая у него продолжительность? 432 тысячи лет. Часть времени Кали-йоги уже прошла. То есть сейчас только самое начало Кали-йоги. Прошло всего несколько тысяч лет с начала Кали-йоги. Поэтому Кали Пратама Сандьяю в начале Кали-йоги говорится. И кто придет? Лакшми Канта Бавишати. Лакшми Канта, то есть возлюбленные Лакшми. У Махапрабху было две жены, Вишну Прия и Лакшми Прия. И смотрите, в Гаруда Пуране уже указано, что Лакшми Канта, то есть возлюбленный Лакшми, имеется в виду Лакшми Прия, не зайдет в этот мир. Когда он примет саньясу, где он будет жить? Дару Брама Самипастха Саньяса Гаура Виграха. Имеется в виду Джаганатхапури. Махапрабху после принятия саньясу оставался в Джаганатхапури. Потому что Дару Брама — это Джаганатх. Вы были в Гамбире, где жил Махапрабху в Джаганатхапури? Кто был в Пуре, в Гамхире? Были. А кто хочет? Все хотят. Итак, в Гаруда Пуране это предсказано. А что в другой Пуране говорится? Кале Пратама Сандьяя
Гауранга Хаммахитали. Также говорится, что в начале Кали-йоги Господь не зайдет как Гауранга. И где Он явится? Гангатира Самон Бава. Он не зайдет на берегу Ганги. Были в Навадвипе на берегу Ганги? Были? Пересекали ее? Вот именно там, на берегу Ганги, явился Махапрабху. Это тоже предсказано. Где предсказано? В Ваю Пуране. Шодха Гаура Судир Ганга. Ганга Тира Самон Бава. Цитата. То есть указано, что в Кали-йогу Господь придет и начнет санкиртану. Все это уже описано ранее. Ахамайва квачит браман. Следующая цитата. В Кали-йогу Господь будет проливать милость на папе, грешников. Все это ранее уже было описано, что Махапрабху не зайдет в Кали-йогу, где он родится, как он примет саньясу, как будут звать его родителей. Шачи-сута, Бавишьями. То есть Шачи-сута, как сын Шачи, Бавишьями, я не зайду. Поэтому мы поклоняемся именно Махапрабху. Мы не считаем других, кто выдает себя за Господа, таковыми. В Гите, в Пуране уже ранее предсказано, кто будет Господом в Кали-йогу. Как предстает Господь в Кали-йогу? Господь могуществен, Он не умирает, не стареет. Кто-нибудь видел Раму с усами, с бородой? Или его стареньким Кришну? Нет. Когда Он заканчивает свою лилу, то вместе с Дхамой уходит из этого мира. Например, Махапрабху не оставил это тело. Он одновременно закончил свою лилу в двух местах. В Тота Гопинатхе, были в Пуре? Там есть Тота Гопинатх. Вот в Тота Гопинатхе и в храме Джаганнатхи Махапрабху одновременно завершил свои лилы. Он вошел в божество Тота Гопинатха и в это же время в храме Джаганнатха, совершая, танцуя перед Джаганнатхом, он слился с Джаганнатхом. В Тота Гопинатхе до сих пор сохранилось это божество. На его бедре есть полосочка. Вот это след от того места, в которое вошел Махапрабху, где он слился с Тота Гопинатхом. То есть Господь необычная личность. Он не стареет и не умирает. Он является Ишварой. Поэтому мы постараемся каждый день слушать немного о Господе.